Цуефа! Цуефа! Блин! Окей, ладно, большой нерф твой. Пап, прыгаем за диван! И мочим себе на голову! Упс! Папа, ты попал! Нет, ну ладно, Дамик, ты-то куда? Не стыдно тебе? Я целый день, как белка в колесе. Постирай, уберись, приготовь, погуляй, отвези. Все я! Да ладно тебе, не ори, я ж тоже с детьми помогаю. Ты помогаешь? Чуть что, сразу няню вызываешь. Ты только вон в стрелялки можешь играть. Ой, спорим? Да я спокойно без няни справлюсь. Устроим челлендж. Стал няней на 24 часа. Легко. Отлично. А вот список всех дел. Так, что тут у нас? Ну, погнали. Ну что, я у тебя сегодня вместо няни? Тащи английский. Вместо няни? Пап, вот этот текст мне надо перевести. Can you tell me? Can you tell me? Сейчас, Дамик, погоди. Окей, Google. Can you tell me? Can you tell me? Перевод. Ты можешь сказать мне? Можешь ли ты сказать мне? Ну, пап, ты даешь. Окей, Google. Very, very good. Очень-очень хорошо. Прям как мы английский сделали. Очень-очень хорошо. Так, что у нас там следующее? Занятие йогой. Поехали. Давай, Дамик, садись сюда. Это вообще фигня. Пап, вообще-то асаны надо делать. Асачу, асаны? Так, с йогой хватит, нужно погладить вещи. Фу, и зачем все это гладить? Все равно помнется. Так, что у нас дальше? Надо Дамика покормить. Дамик, кушать! Пап, ты что, давно уже это не ел? Чего? А ну ешь, я сказал! Не буду, я сказал! Ладно, скажи маме, что поел. Так, а дети погулять. Одеваемся, Дамик. Он меня мал, это Тимин комбинезон. Снимай, сейчас твой оденем. Это-то твое? Вот это мое. Помыть. Дамик, ты хочешь мыться? Скажем, что помылись. Уложить. Все, Дамик, спать.
Все, Дамик, ложись. Погода шикарная. Может, на каток поедем? О, отличная идея. Беги за коньками, а я пошел машину чистить. О, а я тогда пойду чаек в термос налью. Окей, сейчас принесу. У меня все готово. У меня тоже. Где там этот дамик? Он как всегда. Давай я ему позвоню. Алло, дамик? Дамик? Ха-ха-ха. Сиреноголовый? Испытания продолжаются. Опять испытания? Сегодня вам предстоит не замерзнуть на улице за 24 часа, не чтобы спасти сына. Понятно. Что там опять такое? Дамик у сиреноголового, и нам опять предстоит испытание. Не замерзнуть на улице 24 часа. Достал этот сиреноголовый. Ладно, главное не замерзнуть. Давай хоть снежки поиграем. Руки замерзли. Че дальше? Давай берем лопаты и чистим снег. Точно согреемся. Все, я больше не могу. Устала. Блин, машина же есть. Чего мы тупим? Блин, ключа нет, сиреноголовый все предусмотрел. Термос! Сейчас чайком согреемся. О, чаек, давай, а то я уже подмерз. Класс. Дай мне тоже. Ого, кажись, чуть-чуть согрелись, но уже темнеет, пойдем в машину спать. Там плед есть, сейчас достану. Поехали кататься. Челлендж закончен. Идем греться домой, какой катастрофа.